Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи, найденные в интернете, стихи поэтессы Лидии Зимониной. Композиция называется «Ты и я». Музыка исполнения Самуила Фурмовича из цикла «Ожившая поэзия». В этом мире ничто не случайно, и написано где-то все так, что пути наши как-то нечаянно вдруг сошлись на последних верстах. Что пути наши как-то нечаянно вдруг сошлись на последних верстах. Разве знала, что встречи с тобою, что судьба совершит поворот, что она, как игрушка, со мною, наигравшись, к тебе приведет, что она, как с игрушкой со мною, наигравшись, к тебе приведет. И скажи мне хоть кто-то об этом, рассмеялась бы только в ответ, но звучит твое слово приветом, и ты есть в этом мире мой свет, но звучит твое слово привета, и ты есть в этом мире мой свет. Да ты есть, как надежда и вера, как душе моей нежный приют. И я есть у тебя словно мира той любви, что с небес воздаю, и я есть у тебя словно мира той любви, что с небес воздаю, ты я. Это вечность и тайна пара слов, где вопрос и ответ, и созвучие их не случайно, в них весь мир, а без нас его нет, и созвучие их не случайно, весь мир, а без нас мира нет. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фурмович, музыкальная композиция «Экспромт. Ты и я». Стихи Лидии Зимониной. Музыка исполнения Самуила Фурмовича из цикла «Ожившая поэзия».